Всех приветствую, дорогие зрители, вы смотрите канал Master Play, зовут меня Антон. Сколько времени там не было кастмак? 3 месяца? Долговато. Но ничего не поделаешь, все-таки решил я для любителей этой рубрики записать один видосик. Кастомки не будет еще очень долго, потому что на носу новые оперы, на них нужно сделать ролики, а также батла 5. В любом случае, если у вас есть годные идеи для кастомки, то пишите их в комментариях. А сегодня у нас режим сборная солянка. Мы перемешали атаку и защиту. В итоге половина оперов одной стороны играет за другую и наоборот. Правило, как всегда, либо всех завалить, либо подойти в упор к заложнику и сложить его, а потом дождаться, когда он умрет от кровотечения. Всем приятного просмотра. Слушайте, пробиваем. У меня есть план! Ну ты, конечно, суицидник. Подождите, я въезжаю лестницу. Трач! Будьте осторожнее. Хорошо. Слышите, сифоры? А, блин, это наши. Это я. Они под нами. Давайте, ребят, все в конференц-зал стянитесь. Все, давайте в центр. А то сейчас перепутаемся и завалим друг друга. Минус баг. Давайте все в центр. Подождите, я фузану, я фузану. Ну так... Не убьешь заложника! Я этот люк фузаю, алле. Давай. Опа, ща. В конференц-зал стянитесь. Я у них на точке уже. Серьезно? Но если я тебя завалю, то не... Я капитан. Ну хрен с вами. Я умер. Там... Что там, дропнулись? Тачанка в коморке. Тачанка в коморке один. Тихо. Маэстро убил. Тихо. Инжурнул. Отлично. В маленькой комнатке осторожно. Ой, тихо. Свой. Сорян. В маленькой комнатке тачанка осторожно. Справа. В маленькой комнатке? Да. Инжурните заложником. У меня урон большой. Отлично, мы ждем. Ух, ёб твою. Блять. Ну я ж ему попал, эй. Я твич убил. Что? Ну ты ударил, у тебя моделька открылась. Хорош! Стой! Все, я их сделал! Ну все, думаю, можно резать. Я всех победил. Антон, ты меня убил, спасибо. В смысле, а ты твич? Я бандит. А, ну, а че ты пугаешь? Че ты пугаешь? Ты в упор стоял. Да, конечно, я виноват. Кстати, они реально не в упор уронили, я видел. Нормально все. Молодец. Так. Все, давайте. Укрепляемся. А, нам есть чем укрепить? Защитники, да. Установите, пожалуйста, свои девайсы. Блин, где еще защитник у нас есть? Алиби, поставь, пожалуйста, стену сюда. Подметка шакала Виджи. Отлично. Алиби, подойди сюда. Установи баррикады на стены. Я имел в виду обычные баррикады, которые деревянные. Или Мира, установите баррикады на стены. На двери, точнее, монтажник я перепутал. Че, есть там кто, шакал? Да, монтажник. Я попробую пороумить за глаза. Ребят, на метки есть. Есть проблема, метки не всегда видны. Есть вторая проблема. Я убил одного. Кто? У нас за атаку шакал, глаз. Снайпер. Кто еще? Все... А, и блиц. Хуёво. Мне забавно, у меня тепловизор видит не всех. Алиби, приди, пожалуйста, ко мне. Я снайпер. Жопа. Ай, алиби. Поставь сюда деревянную баррикаду. Около сейчас. Меня. Мне ищут меня. Да. Стойте, отодвиньтесь. Попал. Я видел противника. Еще одного пристрелил. Антон, еще одного пристрелил. Я вижу, я там смоук кинул. Там монтажник. Там монтажник. А, все, все откинулись. Победили, победили. Броню берите. Куда укреплять? Да, поехали. Броню, ребят, броню. Элла, броню. Я взял. А, я все уже, я все забрал уже. Да, все взяли. Вот две сумочки такие же, косплей. Они сверху, что ли, уже? Опа. Ой, тут клеймор. Да, блядь. Ой. Поднимите, я на своем же попался. Атакующий, подойди ко мне. Атакующий. 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 Ну мы оборона.
атакующий. Атакующий, вернись. Где атакующий? Вот Фростюха это прям хреново, но зато реалистично, знаете. О, фу ты, я сейчас... Очень реалистично. Слишком. Надеюсь, я на второй так не попадусь. Так, там аккуратно. Не бивай сюда. Второй, короче, стоит в этом же месте. Антон, стой. Там что? Моя мина. Еб... Уже в этом... Как называется? А у меня мышка по экрану ходит. На нем колбаши двери, меня убили. Минус Blackbird. У меня... Боже, тише, 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 тише. У меня чат и таб. Кто там клацает-то громко? Наверное, я. Я не могу ничего делать. Я один остался. Ой! Дискорд. Элла! Хорош. Ладно, тише, ну кто там клацает? Выкиньте клавиатуру свою в окно. Замьюйтесь тогда. Победа! Победа! Тап и... Антон, мой трап зарешал. Мы победили! Юху! Трап помог. Да. Не пробежал, я поставил капканы на все двери. Ребят, клеймор находится неподалеку, осторожно. Куда неподалеку? Где неподалеку? Ребята, приступили. Не подорвитесь на своих же капканах. На моем же не взорвитесь. Стоп, у них слэш? Кто-то ёбнулся уже. Я ромлю, за валькирию не убейте, я в роуме. Я смотрю проход. Так, смоук не наш. Да, такая бив в защите такой себе. Аккуратно, так. Там капкан, там Монтаня, капкан. Монтаня смотрит на меня. Вот он, Монтаня. А, не убили. А, Леона убили. Леона, да, все. Там я на втором этаже, не убейте меня. В главном холле. Капкан взорвался, наверху. Чтоб тебе, Егор, с твоими капканами. Там еще клеймор стоит, не... Аккуратней. Не убей меня! Его там больше нету. Да Кайби! Что, я сверху стреляю? Тут Монтаня стоит Валькирия. Все еще. Ой, да и хер с ним ща. Где он? Давай, убей Монтаню в спину, давай! А чё, все да... что ли? Не-не, там сверху должен нет, быть еще. Нет, убери, блядь! Чё ты орёшь? А, все, мы их сделали. Стой, не убей. Последние слова Егора. Поехали. Маэстро, маэстро в атаке. Это будет жирный хрен с пулеметом. О, да. Раш на корточках. Бой. Раш на корточках. Эш чья? Напомните мне. Я Эш. Так, это Эшка я. Наша. Хорошо. Эшка наша. Так, Эш. Ну, да это было быстро. Ну как в прошлый раз у меня. А ну нахрен пошли отсюда. Так, кто... Сколько там живых наших? Четверо. Я жив. Четверо наших живы. Так, убил его? Так, я обхожу. Да, аккуратней, народ. Меня так, не Аша, помогает. Это ты? Ты наша, да? Да, я ваш. Пройди-ка немножко да, вперед. Здесь. Погоди, стой. Ну, ладно. Можно, смотри, как сделать. Да, чтоб тебя. Вы где? Вы куда свалили? Кто дохлый из наших? А, в принципе, да. Только алиби. Посмотри камеры, алиби. Сейчас я брошу, ты посмотри. Чья лазерка? Наша? Нет. Посмотри. Да, моя. Да, зараза. Смотрю, красиво. Тупо стена. А, блин. Чисто. Посматривай. Здесь чисто. Так, что это у нас? Смотри дальше. Лифт не вижу. Как там? Смотри, если что есть. Чисто? Так, здесь не вижу. Нигде не вижу. Так, погоди, я сейчас еще одну кину. Зашел в эту комнату, тут чисто. Тут чисто как в тут? Этой комнате. Артемий, посмотри. Так, здесь чисто. Стой, я у меня упорота идея. Артемий, я смотри. Попить, я попить так, хочу. Господа, на точке двое. Артемий, посмотри. Так, не вижу. Справа шаркают, но не это вижу. Наш, это мы с Дакайоби, наверное. Ну да, я. Да ты, зараза, я не смог ее перестрелять. Это свои. Так, она сразу же. Серьезно? Простите, дураки, это свои. Ну вот, давай, сами разбежались, блин. Тихо. Свой. Когда дал минус 2, потом свой убил. Ты заложника убил, Джаст!
Могу, нет, умею, ранен. Практикую. Ой. Мать вашу! Ой. Ты как выжил, Джаз? Жив, так... цел. Мне кажется, моя ты должен моя... заложника спасти. А, они спасли его. Джаз, тащи, я в тебя верю. Ой, как же... Да ты опять заложника убил, чтоб тебя. А так, все его положили. Погоди, кто из наших живой? Все, господа, мы умерли. Но это было красиво, на самом деле. Ну, мы вроде готовы. Поехали. Рук, дай сюда бронежилеты. Подвиньтесь. Вы так толстые. Ты поставь нормально. А вы толстые. Тут места мало. Сам-то толстый. О, у нас же есть шакал. Шакал, отследи их. Легко сказать, пока я вижу следы аж вас двоих. А, ну да, кстати. В этом проблема. Много проблем так в этой костанке. Так, нам нужно на второй этаж. Какой там будет, скажешь. У меня, кстати, есть идея, как я могу сыграть за Рашера. Кто-нибудь, идите ко мне на прикрытие, док. О, будь со мной. Блядь. Я на рефлексах чуть вас обоих не вынес. О, сифором. Я увижу. Остановись. Остановись, я буду заложников взорвать. Или может давай большой Аллах-бабах? Ну давай красивенько. Минус два. Кто не... Так, давай обойдем. Петошка, я сзади. Кто со мной? Капитава, пожалуйста. Ой, не Капитава, вы, ребят, втроем, давайте обойдем их. Они слыджа, что ли, взяли в защите? Он пол ломает. Ладно, проходим дальше. Да, как ты сдох, потому что, ну, не, пулемет как... Воу! Очкарик. Там доброе утро. Фьюз херачит. Очкарик, ты красава. Погодите, кто из наших живой? Я? Я. То есть я и пельмень только живые, да? Еще очкарик. Нет, я умер. Как ты сдох? Меня убили. Кто? В голову больно кто-то. А кто тебя убил? Кого? Ребят, ты убил, точнее? Бесполезно, давайте, инфа. Давайте оверхиль. Давайте помолчим. Помянь. Вот тут куча народу. Да он офигел. Док сзади. Док, прикрой спину. Понял. Так заложника убью. Стой, всех убили? Всех? Или убили только одного? Я одного только что убил. Нет. Еще жива Хивана, Фьюз. По идее, Монтане, может быть. Пристрелил еще одного. Там же Фьюз. Ай, давай, твоя очередь. Ай-яй-яй-яй, убей, убей. Пытался. Так, ты сдох? Нет, ты еще живой. Давай, тащи, я в тебя верю. У них Фьюз еще живой. Монтанья. Фьюз. Победа! Yeah. Вот это хороший раунд был. Пойдет на ролик. Можешь. Ну это да, поехали, плясать. Поехали. Let's go, boys. Я просто не знал, кого взять, я случайно взял Кавейру. Надо было взять кого-нибудь поэффективнее. Я короче, фузанусь. Кто у нас в Монтане? Гейм. Монтанья, давай в люк. Есть чем пробить? Нет. У меня есть, пошли вон. Уйдите все. Все выйдите убейте. Отсюда, только Монтанья здесь останется. Да, да уйдите. Сядь. Кидай импакт. Артём, ты где? Я запрыгиваю. Так, на так давай следующий один. Щитовик. Еще щитовик. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Меня прострелило. Что у меня? У меня баг какой-то. А, вот. Справа. Ой, нифига их тут. Слева двое, справа... Граната! Сука, минус. И забрало именно меня. Среди трех щитовиков. Еще одна!
Подожди, Артём. Все трупы, все трупы. Артём, это вас самый твой дебил. Ну да, тупее идеи, наверное, я не мог придумать. Слушайте мой план, идем сейчас в кухню, я поставлю там окошко в подсобке и всех их убью. Только так, мне нужно прикрытие щитовика. Прикрытие щитовика, да. Поняли план? Поехали. Ну, я еще... Стой, броню. А мы же щитовика потеряли. Броню, ребят, вернитесь. Же щитовика отдали. Слушайте, так мы сможем это самое... Ты ставишь туда свою зеркало, а я им заряд. Да, слушай, ты прав, давай сначала... Они укрепили, тихо. Они укрепили. Погоди, а мировский заряд наоборот не пашет, да? Не, раньше зараза. Пахал. Слушайте, давайте тогда на верхнюю крышу и пройдем насквозь. Тогда давайте наверх поднимаемся. Ёб твою мать! Фьюз! О, господи, я видел жизнь. Вернитесь кто-нибудь со мной. Тут роуминг. Наверху рук. Это сейчас... Так, кавейры, кто? Кавейра наша. Я свой. Так, я наверху. Я наверху не убивайте, обернитесь, я наверху не убивайте. Так. Пробейте здесь, пожалуйста. Вот стенку вот эту. А стенку? Ща, погоди. Не здесь. Правее. А, да. Стой, ща пробью, зачем тратить заряд? У меня дробовик. Да иди ты нахер со своим зарядом. Вот нам нужно там пробить. Там фьюз. Где? Внизу? Нет, наверху. Уже нет. Я его убил. Я его гранаты... тачанка у них снизу. А, блин, там же заложник. Нельзя взрывать. Кто еще живой из наших? Я живой. Артемий, приди, пожалуйста. Он снизу. Зачем? Там бегает. Кавира, мне нужно наверху помощь. Кавира, что ты хочешь? Вот понял. Ядрить по... Там дырочка была. Там не только Артемий, дырочка, там дырочка вдалеке, да. Стреляй по нему. Это Blackbird. И тачанка еще снизу. Давай, Артемий, на тебя вся надежда. А хоть кого-то убили? Да. Фьюза. Фьюза. Надо Ханту туда пить. Давай, Кавейра в атаке, я в тебя верю. Бери дробовик. Я сейчас заложника убью. А они только двое, что ли, осталось? Не, их, по идее, до хрена. Давай. Перезаряди. Время. Времени еще достаточно. Ладно. Пока откадешусь. Да. Слушай, а может камерами чем поможем? Не. Идем, пердим. Давай, допрос. Господи, как же у него рожа. Помни, вторая половина... Хорош! Молодец! Кавейра в атаке, это круто! Что же, всем спасибо за просмотр, я рад, что все еще кому-то нравятся кастомки. В любом случае, ждите гайдов на новых оперов, первый гайд выйдет уже во вторник. А если понравился видос, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и зайти в наш дискорд-канал. Там я и собирал команду для кастомки, а также вне записи ролика я играю с подписчиками в рейтинг, если вы, конечно, имеете ранг выше сотого и звание на уровне золота. Ладушки, всем удачи, друзья. Всем пока.